Всем привет! Двигатель нашей модели готов, и поскольку вся модель строится от двигателя, следующий я буду делать выхлопную систему. Сама эта деталь на первый взгляд не такая уж большая и сложная, но поскольку она красится в несколько цветов, а также я планирую сделать кое-какую дополнительную детализацию, с выхлопной системой пришлось некоторое время повозиться. Поскольку выхлопная система была склеена из нескольких частей, на месте стыков образовались швы. А это значит, я зову на помощь самую незаменимую для любого моделиста вещь – это шпаклевка, чтобы наша деталь после шпаклевания и шлифовки выглядела как единое целое. Настоящий мотоцикл имеет на своей выхлопной системе так называемые пружинные соединения, и я попытаюсь реализовать их на моей модели. Прежде всего необходимо сделать крепление пружин по 2 на каждую пружину. Для этого я использую проволоку диаметром 0,3 мм, которую нарезаю на необходимое количество кусочков, и с помощью вот такого приспособления для сгибания фототравленных деталей сгибаю заготовки креплений пружин под одинаковым углом. Для этого их нужно все поместить в приспособление, зажать винтом, выровнять их положение и согнуть одновременно под необходимым углом. Далее, используя суперклей, я приклеиваю подготовленные крепления с двух сторон от каждого стыка на выхлопной системе. Забегая вперед, скажу, что с количеством креплений я переборщил, и на одном стыке пружины быть не должно, так как она мешает установке бокового обтекателя. Поэтому мне одну пружину пришлось отрывать и перекрашивать те места, на которых она была установлена.
После того, как крепления пружин высохли, я покрываю все три детали выхлопной системы. Это, собственно, сами трубы и два глушителя двумя слоями светло-серой грунтовки. Тут я должен принести свои глубочайшие извинения за то, что благодаря моим кривым рукам видеозапись процесса покраски выхлопных труб была безвозвратно запорота. Трубы красились по следующей технологии. Первым слоем я наносил серебро, затем поверх серебряного слоя наносил легкий слой цвета сжженный металл и на сгибах трубы с помощью прозрачных желтого, красного и синего цветов я имитировал побежалости от нагрева труб. Обещаю в следующих моделях обязательно показать более подробно эту технологию, раз уж здесь этого не удалось. И возвращаясь к процессу, мне осталось просто надеть пружинки на крепление, и процесс детализации выхлопных труб можно считать завершенным. После завершения работы над трубами, мне осталось покрасить глушители. На данный момент они уже покрашены в цвет серебряный титан, и теперь мне нужно сделать маски, чтобы покрасить передние и задние концы глушителей в другой цвет.
Маски готовы, и я покрываю открытые части глушителя двумя слоями краски Gunmetal. В инструкции часто даны другие сочетания цветов, нежели которые я использую, но я обычно крашу свои модели, исходя из своего собственного видения того, как модель должна выглядеть. Так что, если вы вдруг будете сравнивать то, что я говорю, с тем, что написано в инструкциях, вы можете часто видеть расхождение в плане цветов. После снятия масок наша выхлопная система готова к установке на двигатель. Используя суперклей, который не повреждает окрашенные детали, я приклеиваю выхлопные трубы к двигателю. И последний шаг – это крепление глушителей к двигателю, которые крепятся к нему винтами. В итоге у меня получился вот такой совсем неплохой результат, и теперь можно переходить к системе охлаждения.